Здравствуйте, Викентий. Здравствуйте. Как ваше состояние? Мое состояние оставляет желать лучшего. Понятно. Вы уставший сегодня, да? Ну, немного всю есть. Всю неделю драли зубы. Ой, драл зубы и сложно достаточно. Распломбировка. Люди не приходят с легкими диагнозами, к сожалению, в частном клинике. Ага, понятно. Да. Слава, здравствуй, родной. Что там у нас сегодня? Какой тазовый шашлык? Из картофана. Из картофана. Мы уже настолько отмечали. Ну да, нет. Что у нас теперь шашлык из картофана. Это вообще что-то нереальное. Ну, я думаю, знаешь как, будет вечер. Да, мы их понадрезали, засыпали солью и майонезом. Вот теперь ждем. А там впиталось? Да. Иногда. Как ты, Слава, думаешь, через сколько это все зажарится? Ну, в прошлый раз мы где-то 3,5 часа жарили. Отлично. А это вот ваша кепка с погремушками, да, да тут да, все дела, клетчатый пиджак. Всегда с ними, когда есть возможность. Дорогие, наверное, штуки, да? Ну, да, дорогие. Очень дорогие, дороговаты. Эксклюзив. Расписные. Эксклюзив. Дмитрий у нас пьет Массандру крымскую. Я сейчас... Да, кстати, мы тут собрались по такому поводу, что у Димка день рождения вчера было. Да. Скажи, смотри, мы праздновали еще 28-го, тоже позавчера. Угу. И значит, если праздновать вчера, день ранее, день позже, значит, может, уже 3 дня можно день рождения праздновать по закону. По закону Кенпаши, по закону Сидора. По закону Бога стирки. Так что у нас сегодня нищенский шашлык из картошки. Нет, мы сейчас колбасу разбавим. А, ну тут еще у нас колбаса и бумажная. Бумажная она хорошая. Ты думаешь? Целлюлоза она, знаешь, это желудок защищает. Кишечник. Да. Нож у нас вот козырный такой. Я свой дом. Прям как из рессоры прям сделанный такой. Самодельный нож. А то там говорят, вот такие-то я ножи точу. Ты из рессоры сделай, от КамАЗа, блин. Вот он. На кузне делалось. И ручки из текстовита. Все дела. Ножик уже лет как 10, даже ни разу не затупился. Что у тебя там? Открывалка? А вот из красно-белого. Из красно-белого открывалка. Красно-белый, это, походу, это наш любимый магазин. Да, это своя пила. Там еще пила какая-то? Да. Ни хрена себе, маленькая пилочка. А ты знаешь, что это? Вот, вот как у них вино облизать вот эту штуку. Охренеть. Не зубами еще ее рвать, а культурно все. И наступит у тебя тогда слепота. 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 Нет, тут слепота, а тут... А, и тут... Пойду-ка все-таки у Дмитрия поинтересуюсь. О, Дмитрий, у вас тут музыкальное сопровождение, так что у вас тут все гуд. Сколько вам исполнилось лет? Насколько вы... Сколько? Очко только на 10 больше. 31. Поздравляю. До 35 лет мы еще молодежь. Как Путин завещал. Да, все за закон. Еще 30-ник. Мы еще молодежь, так что гуляем, ребята, отдыхаем, веселимся, тусим. Водяры жахнул из горнила, чинарик с пола подобрал. Пошел процесс и кровь по венам, эболу я в гробу видал. Эбола, негр хлещет кока-кола. Эбола, я внедряю гербатона. Какая нахрен тут эбола? Я каждый день здоров, говно! Эбола! Нигер хлещет кока-кола! Эбола! Я внедряю гербадона! Эбола! Панацея для народа! Эбола! Сказки пьяного мозгола! La 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 la
пока гуд врагам могила. Пей, гуляй, периферия. Вот как гуд врагам могила. Пей!